высшая школа ИТИС – это подготовка высококвалифицированных кадров, повышение квалификации и профессиональная переподготовка сотрудников предприятий в области информационных технологий. Директор высшей школы Айрат Хасьянов в программе «Прием КФУ-2016» рассказал об основных трех преимуществах института. Я могу коротко сказать, что основных преимуществ три. Это, во-первых, практикоориентированность наших образовательных программ. Мы очень плотно работаем с индустрией информационных технологий, как представлены в нашем регионе, так и в России, вообще и в мире. А второе существенное преимущество – это наши образовательные программы. Мы их регулярно обновляем, и в рамках одного стандарта образовательного мы предоставляем порядка 20 треков. Ну и третье наше преимущество – это Казанский федеральный университет. Это один из лучших университетов России, по моему мнению, лучший университет России. И мы можем дать в университете прекрасный фундамент как в области математики, так и в области программирования, алгоритмирования, структур данных. И на всех базовых курсах мы полагаемся на лучшие кадры, которые в университете есть. ИТИС также славится тем, что сюда поступают самые умные абитуриенты. В этом году ИТИС стал первым по набору 100-бальников ЕГЭ. То есть, поступив в Высшую школу информационных технологий, студент находится в компании очень сильных студентов, что является дополнительной мотивацией для учебы. Также нужно отметить, что в этом году в ИТИС появится новое направление по программной инженерии. У нас самое большое изменение в 2016 году – это то, что прием теперь у нас будет осуществляться на направление программной инженерии. Прежде мы принимали на прикладную информатику, но государственный стандарт программной инженерии в большей степени соответствует тому, чем мы занимаемся. По сути, высшая школа ИТИС – это именно институт, который занимается программной инженерией. Это наша суть. Соответственно, мы сейчас и в документальном плане полностью соответствуем нашей сути. Конкурс на место в Высшую школу информационных технологий составляет приблизительно 5-6 человек. Более подробную информацию о поступлении можешь узнать в программе «Прием КФУ-2016» на сайте КФУ или по номеру приемной комиссии. Желаем успехов в поступлении. Адиля Валеева, Ильшат Хусаенов, Универньюз.